қуанышты сәттерді күлім деген гүл көктемнің алып ұшқан ғашық жандарды куәсіз сен астана оғысқансан тағдырлар алышақын ғымыр жолдар айтылмаған сезім сырларды куәсі бол астана Супер! Красота какая! Мам, ты гений! Неужели мы и правда тут будем жить? Ну, здравствуй, милый дом! Наконец-то! Наконец-то закончили этот ремонт. Маш, полгода на чемоданах. Надо все успеть к приезду Владимира, здесь все закончить. Еще одна неделька, и все уладится. Так хочется уже сюда переехать насовсем. И с папой, и с Васькой. А бабушка тоже с нами жить будет? Если уговорим. Ты же ее знаешь, Маш. Это я могу из России в Казахстан махануть, да еще всю семью перевезти. А она... Для нее переезд с правого берега налево – это целое событие. Я хочу Ваське квартиру показать. Если он в сети, конечно. Ну, да, конечно. Муж в экспедиции, сын в Питере. Я одна здесь все устраиваю, все налаживаю, все на моих плечах. Но ты же у нас главный стратег, строитель и полководец. Маш, если бы ты знала, как я от всего этого устал. Ну вот и отдохнешь наконец. Что? Когда папа обещал приехать из своей экспедиции? Машенька, я не знаю. У него 7 пятниц на одну неделю. Ну, 2 недели назад обещал быть уже здесь. Нет, это что такое? Мам, ты только не переживай. Это соседи музыку слушают. Ну, вот так громко. Но не так же громко. Сейчас они мне запоют. Мам, ты куда? Может, не надо? Ну, я им покажу Кузькину мать. Снизу. Ну что вы так кричите? Я медитировала.
А у вас такая агрессия. У нас от вашей музыки стены трясутся, и потолок на голову падает. А она, видите ли, медитировала. Послушайте, женщина, я не знаю вашего имени, отчества и знать не хочу. Но сбавьте тон, будьте любезны. А еще лучше покиньте нашу лестничную площадку немедленно, ни секунды. Агайша? Ты? Агайша? Мы с вами знакомы? И еще как. Люда я. Вспомнила? Ну? Людка, мы с тобой еще играли вместе во дворе. Ну, вспомнила? А маму мою помнишь? Какую маму? О, Боже! Люда! Нет! Да ладно. Я же вижу, что вспомнила. И меня, и ту страшную историю. Зачем ты вспомнила про эту страшную историю? И вообще, как ты меня нашла? Откуда ты знаешь, что я здесь живу? Я тебя нашла? Да живу я здесь, внизу под тобой. Если бы ты свою музыку эту не завела, я бы и не знала, что ты здесь. Зайди, пожалуйста. Давай. А направо покажи. А налево, налево. А в окно покажи. Прикольно. А потолок покажи еще. Зачем тебе потолок? А там небо можно сделать. Помнишь, как в детстве? Нам папа весь потолок разрисовал этими планетами и звездами. Да, помню. Ты тогда жил на Альдебаране, а я на Альфа Центавре. И тогда все звезды и планеты выучила. А мама с папой на Луне, помнишь? Мы к ним постоянно летали на дозаправку топливом. Да, я тогда столько каши ела, чтобы мне горючего хватило до следующей галактики. Это папа так придумал. Он до сих пор в океане, да? Да, над Марианской впадиной висит. Марианская впадина – это хорошо. Он, наверное, там уже в рыбу превратился. В Ихтиандра. Да. Я так по нему скучаю. Молодец. Хорошо устроилась. Ну, а ты как? Замужем? Дети есть? Замужем. И дети есть. Ну, ты вообще не изменилась, Люда. Мам, что случилось? Дочка твоя? Да, дочка, а что? Да ничего, ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Смелая она у тебя. Вай-вай. Что случилось? Мама, это Людмила. Мы когда-то с ней росли в одном дворе. И были подругами. А теперь они под нами живут. Квартира, в которой ремонт шел. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Балжанапа. А мы не знали, что вы переехали. Думали, что пустая ваша квартира. Да мы только что въехали. Очень приятно. Приятно познакомиться, Блаженапа. Ну так, я пойду. Нет. Сидите, чай будем пить. Вы наш гость. Бауржан Андрей, простите, что на ходу. Спешу на совещание. Ну, хотелось бы все-таки узнать, как у нас с нашим вопросом. Жанар, я и сам хотел к вам зайти поговорить. Ваш секретарь сказал, что вы только ночью прилетели из Канады. Я думал, вы появитесь после обеда. Да. Я прилетела в 4 часа утра. И уже многое успела сделать. И теперь жду результатов от вас. Прямо сейчас. Я вернусь часа... Через полтора? Нет, через два.
Вернусь, доложишь. То, что вы хотите, не будет. Мы все внимательно обсудили и просчитали. Нет, этого не будет. Нет, Андрей, это будет. И будет так, как я сказала. Я буду часа через два, пожалуйста. Зайдите ко мне. Ладно, через полтора. Приехали мы из Владика, из Владивостока. Совсем недавно. А кто это мы? Мы – это мой муж, Владимир Николаевич, Маша, дочка, и сын Васька. Но он пока в Питере. Он у меня вольная птица, мотоциклы, музыка. Вот решили вернуться на мою родину, к маме поближе. Молодцы, что о маме заботитесь. Молодцы. Елена Васильевна, как она? Нормально. Крепкая. Сейчас работает медсестрой в кардиоцентре. Очень уважают ее, ценят. На пенсию не хотят отпускать. Ну, а как ты это жила? Я? По-разному. Бывали времена, очень высоко поднялась. Но потом кризис. Сейчас вот пытаюсь наладить строительный бизнес здесь. О, а как твой муж? Муж. Муж мой плавает. Он ученый, океанолог. Сейчас в экспедиции. Ну, вот этим все сказано. А как вернется, будет работать в океанариуме. Ученый? Это замечательно. Замечательно. Ну, а у тебя кто муж? Чиновник. Работает в КТЖ. Где-где? В Казахстане Мыржола. Наследственный железнодорожник. Мой сын большой начальник. Ну, а вы здесь, в Астане? Давно? 10 лет уже. Баужан влюблен в Астану, в свою железную дорогу. А я? Я художник. Ты? Художник? Боже мой, да как это с тобой могло приключиться, а? Слушай, ты ведь даже и рисовать никогда не умела. А на меня снизошло просветление. Да нет, 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 я даже рада, правда. Я очень рада, что ты можешь позволить себе быть такой красивой и праздной женщиной. Да ладно. А сын наш Дастан сейчас в Лондоне. Оксфорд закончил с отличием. Кстати, не хочет возвращаться, что страшно бесит папу. Почему? Гульжан преувеличивает. Просто мой сын Бауржан хочет, чтобы Дастан работал у себя на родине, поближе к семье. Только вот не понимаю, что плохого, что сын в Лондоне-то работает? Ну, это вечная тема, отцы и дети. А я думаю, это даже хорошо, когда нету родительского контроля. Вот я бы рванула куда-нибудь за границу потусить. Перестань говорить ерунду. Девушка, пока не вышла замуж, за ней нужен родительский присмотр. А то мало ли что может она натворить. Да, да. Да. Как в той страшной истории, помнишь, которая с тобой произошла? Я прошу тебя. Не надо, Люба, не очень. Какая история? Ужасная? Расскажите. Какая история? Да не было никакой истории. Ну, что ты думаешь? Да правда. Не было никакой истории. Ты знаешь, я придумала потрясающую идею. Опять потрясающую? Какую, интересно? А вот какую. Ты просто посмотри. Ничего не стану рассказывать. Сейчас сам все поймешь. Ну, давай. Здравствуйте. За что вы любите Астану? Я люблю Астану за то, что она дает мне вдохновение. Ну, это мой родной город, я тут родилась, и ну как можно не любить свою родину? Это город будущего, это город огромных возможностей. Я люблю Астану за то, что это город, в котором я родилась, это город, в котором я выросла, в котором я нашла друзей, в котором я училась, в котором я в первый раз влюбилась, в котором я научилась водить машину. Thank you.
душевнее, радушнее, добрее. Я люблю наш город за то, что он развивается, за то, что он становится красивее, больше. Ол нағыз жастардың қаласы, нағыз таза, осы қазақтың рухының бір керемет бір көтерілетін, келсе бір демалатын, сондай бір әсер ететін бір керемет қала. Сондықтан Астананың барлық жері мен үшін керемет. Астана мен үшін сонда ерекше керемет қала. Оның жаңа биік-биік, зәулім-зәулім үйлері де, оның ауасы да мен үшін керемет. Сол үшін Астана ұнайды. Потому что встретил там первую любовь. Бескрайние просторы. За то, что я здесь учусь, это очень большой город. Здравствуйте. Много. Простите, пожалуйста, у вас там дверь была открыта. Вот я и вошла. А дядь Бауржан дома? Какой дядь Бауржан? Тут такого нету. Тут мы живем. А вы кто? Маш, кто там у тебя, гости или грабители? Покажи. Вася, ну я сама здесь разберусь. Подожди. Ну ладно тебе, дай познакомиться. Хорошо. Здрасте. Я Вася. А вы кто? Здравствуйте, Вася. Я Айнагуль. Какое красивое имя. А что оно означает? Ну, это цветок такой. Айна – это зеркало. Ну, точнее, правда, чистота. А Гуль – это цветок. Какое поразительное имя. Ну все, Вася, прощай. Пока. Пока, Вася. Ну ладно, пока. А ты, получается, только что в Астану приехал? Да, я только что с вокзала. К дядь Бауржану приехала. Вот потому и с чемоданом. А дядь Бауржан – это твой родной дядя? А ты откуда приехала? Учиться, да, в Астане будешь? Так, отвечаю по порядку. Да, я приехала в Астану учиться, в университет Назарбаева. Я уже прошла отборочный тур, вот теперь тесты надо сдавать. Потом экзамены, ну, если повезет, конечно. Дядя Бауржан – это друг моей мамы. Ну, она меня сюда к нему отправила. Он работает на железной дороге. А вообще он потомственный железнодорожник. Только как же мне его теперь найти? А, ну я поняла, смотри. Тут же написано 8-й этаж, а у нас-то 7-й. Твой дядя Боржан, то наши соседи сверху. Точно, вот я растяпа. Прости, пожалуйста, за вторжение. Ну, я тогда к ним пойду на 8-й. Подожди, я с тобой пойду. У меня там мама. А ведь вы здесь живете, почему твоя мама наверху? Она там бушует. Поэтому у нас и дверь на распашку. Матушка снова воевать пошла. Надо и соседей идти спасать. Пойдем, Айнагуль. Да, Андрей, ее не переломишь. Топ-менеджер. Успешно, эффективно. Всегда добивается результата. И всегда права. Тут она не права. Бауржан, за людей нужно заступиться. Она ведь хочет уволить половину состава. Нужно сражаться, как вы можете. На людей ей наплевать. Она работает только на результат. И тут она непобедима. Ты же знаешь, результат у нее будет. Но какой ценой? Сколько людей пострадает? Бауржан, ты должен что-то сделать. Ее надо остановить. Так, осторожно. Не торопись. Еще пару шагов. Да не бойся, я тебя держу. Все? Готово. Стой здесь, жди. Вау! Вот это да! Нравится? Угу. Ты же всегда мечтал о собственной фотостудии. Собственной? Дорогая,
Ты, наверное, шутишь. Нисколько. Дарю. О документах на правах собственности я уже позаботилась. Обожаю тебя. Знаешь, ты только сегодня прилетела. И как это ты у меня все успеваешь? У нас всего 1.5 часа. Надо успеть. Угу. Хорошо. Тогда... я твой босс, а ты моя подчиненная. К такому боссу я готова лететь в любое время. Где тут у нас выключатели? А он нам не нужен. Мам, тут к папе пришли. По Уржану? Что вам нужно от моего мужа? Машенька, что случилось? И кто это с тобой? Мам, а эта девочка ищет своих родственников. Я думаю, это наши соседи. А, Люда, это твоя дочка? Да. Это моя Маша. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. А как зовут нашу другую гостью? Здравствуйте, меня зовут Айнагуль. Я ищу дядю Бауржана. А он сейчас на работе? А вы, собственно, кто? И что вам нужно от моего мужа? Да я просто хотела передать привет от своей матери. Ее Гульнара зовут. И вам, Балжан Апа, большой привет от мамы. Спасибо, доченька. От Гульнары. Привет. Какой может быть привет после стольких лет молчания? Что она тебе передала? Письмо? Ну, давай его сюда. Нет, Балжана, нет. Уехал он в командировку. Мам, ты чего? Насколько я знаю, папа никуда не уезжал. Агайша, и правда, что с тобой? Ты так себя ведешь, как будто привидение встретила. Напугала бедную девочку. Так ты дочка Гульнары? О, как давно я не видела Гульнару. Ты такая большая стала. А вы спросите лучше у этой бедной девочки, что ей здесь нужно, зачем она здесь? Иди сюда, моя девочка. Иди, сейчас тетя Рашова успокоится. Потом мы с тобой спокойно поговорим. Как поживает твоя мама? Я дома. Почему меня никто не встречает? Здравствуйте. Здравствуйте. Отче мой, красавица. Айнагуль? Тетя Боржан, здравствуйте. Ты? Ну, этого только не хватало. Мы, наверное, пойдем. Маша, идем. Айнагуль, ну что тебе еще от нас надо? Разве недостаточно того, что твоя мама испортила жизнь нашей семье? Испортила вам жизнь? Кто такая Гульнара? И кто ты? Гульжан, познакомься. Это Айнагуль, дочь моей подруги. Она теперь будет жить у нас. Отведи ее в комнату Дастана. Что? Гульжан, что ты стоишь? Я тебе ясно сказал? Оставайся здесь. Она будет стоять здесь, пока мы все не выясним. Агайша, прекрати. Так ты это серьезно? Нет, это уж слишком. Простите, простите, я зря приехала. Я пойду. Айнагуль, стой. Агайша, ты знаешь о моем прошлом, и тебе придется его принять вновь. Айнагуль, ты будешь жить здесь. Пойдем со мной. Я покажу тебе твою комнату. Мам, что все это значит? Жақын ғымыр жолдар, айтылмаған сезім сырларды.
сөйлесе боласта да. Адыл шалғай мекендерден арман құрын.